продолжаю проходить ветку крана, и сегодня очередной бой на Эмилии-1. Одна из самых сложных карт в Блице – Жемчужный город. Я поехал на СТ и удачно выдал свой барабан, и даже угадал с направлением. Мне кажется, из шестой даже офигел, с того, как я по нему дал 2000 в башню. Второй барабан оказывается не менее результативным. Выдал его фул, я стою на КД. И казалось бы, ситуация в бою крайне отличная, но через пару секунд счет уже становится 1-4. Добираю этого недобитка на ИСе 6 и снова стою на КД, как тут на меня вкатывает прога, которая выдает по мне фул барабан. Включаю турбофорсаж и мчусь за ней. Оказываюсь хитрее и забираю ее на перекатке, после чего иду в погоню за борщом. После долгих разворотов, перекаток я достаю его и наконец-то его забираю, а вафля просто сливается. Я остаюсь шотный против борща, который мне на 2 выстрела. Первый выстрел без размена, выкатываюсь снова, борщ стреляет и... Альфа не проходит, а я его забираю. Хотел бы извиниться за то, что не выложил видео в полном формате. У меня в обрез времени и пришлось сделать вот так. Конечно же, не без везения, но эту катку я затащил. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Всем пока!